Санкционное давление было всегда. Да, конечно, сейчас оно имеет комплексный характер и создает для нас определенные вопросы, проблемы, трудности. Но мы так же, как и преодолевали эти трудности в предыдущие годы, преодолеем их и сейчас. Надо пройти этот период. Экономика, безусловно, адаптируется к новой ситуации. Мы будем продолжать импортозамещение по всем направлениям. И в конце концов, все это приведет к повышению нашей независимости, самостоятельности и суверенитета. Мы с вами хорошо знаем, что многие страны уже адаптировались к тому, чтобы жить, согнув спину и подвострастно принимая все решения своего суверена. России в таком состоянии, жалком состоянии и униженном состоянии существовать не может. Рано или поздно все это должно было бы произойти. Произошло сейчас, и я уверен, что благодаря в том числе и членам правительства, нашим компаниям, как я уже говорил, ведущим, мы эти все трудности преодолеем. Я хочу вас поблагодарить за те предложения, которые были сформулированы, за те решения, которые были до сих пор приняты, и нисколько не сомневаюсь, что мы достигнем тех целей, которые перед собой стоят, в данном случае в экономике, имея в виду и повышение, как я уже сказал, уровня экономического суверенитета. Спасибо большое. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.